Дорогие друзья, всем доброго вечера. С вами Акайд Авто из Дубая. Сегодня у нас очередная отправка внедорожника нашему заказчику из Казахстана, город Аксай. Кайджан, поздравляю вас с покупкой. Благодарим вас за доверие нашей компании. Это у нас Toyota Land Cruiser Prado 21 модельного года. Комплектация TXL, сборка Япония, мотор 2.7, полный привод. Друзья, сегодня мы сделаем краткий видеообзор этого автомобиля, поговорим о стоимости, о дооснащении, о доставке и сколько будет стоить растамаживать этот автомобиль в Казахстане. Поехали! Так, по комплектациям, друзья, здесь у нас ксеноновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары и хромированная решетка радиатора. Так, колеса. Здесь у нас покрышка Bridgestone. А диски 18 размера. Так, идем дальше. Здесь у нас повторитель поворотников, светодиодные. Имеются дверные молдинги хромированные с завода. И по просьбе нашего заказчика мы установили рейлинги на крышу. Имеется люк. Давайте откроем автомобиль, посмотрим салон. Салон у нас, как вы видите, бежевого цвета. Все стеклоподъемники автоматические, центральный замок. Друзья, по просьбе нашего заказчика мы полностью перешили салон на кожу. Как видите, теперь у нас кожаное сиденье с перфорацией бежевого цвета. Не только сиденье, но и все дверные карты тоже были перешиты. Друзья, эти автомобили были предназначены для продажи в странах с жарким климатом и, соответственно, с завода не были предусмотрены подогрев и вентиляция передних сидений. И, как я вам ранее говорил, наш заказчик из Казахстана, а климат там суровый, и он хотел, чтобы автомобиль имел подогрев и вентиляцию сидений. Этот вопрос мы решили, установив подогрев и вентиляцию передних сидений на родное же место. Давайте посмотрим, как это работает. Друзья, дооснащение было установлено прямо на родное же место, никаких сверлений, работает с помощью крутилки. Как вы видите, на данном момент сиденье отдувается, и в противоположную сторону он будет подогревать переднее сиденье. Вопрос решен. Красиво, эстетично. Так, давайте сядем в автомобиль, запустим двигатель. Здесь у нас монохромный панель прибора, мультируль с кожаной обшивкой, он имеется круиз-контроль, парктроники и большой монитор. Так, здесь у нас парктроники, большой цветной тачскрин у нас, как вы видите. Есть выход на браузер, можно посмотреть YouTube, календарь, галерея и голосовые команды. Можно подключить USB девайс. Есть выход HDMI, как вы видите. В автомобиле имеется трехзонный климат-контроль. Так, здесь у нас управление полным приводом и отключение контроля стабилизации. И, как всем нам привычно, большой подлокотник с холодильником. Давайте откроем, посмотрим, что у нас для задних пассажиров. Автоматическое стеклоподъемники. Имеется подлокотник с подстаканником и отдельный климат-контроль для второго ряда. Давайте откроем багажник и посмотрим салон. Так, друзья, машина у нас семиместная. Таким вот способом сложим сиденье. Получается ровный багажник у вас. Здесь
подстаканники для третьего ряда, обдув, свет и розетка на 220 вольт, европейский стандарт. Так, здесь у нас задний спойлер. Задняя форточка открывается отдельно, как у всех Prado. У нас тут камера заднего вида, место для фаркопа и 4 парктроника. Так, дополнительно в комплекте вместе с машиной идут заводские коврики, колпаки и задний фаркоп, как вы видите. И, друзья, самое интересное для вас, сколько стоит данный автомобиль. Это Toyota Prado 21 модельного года, комплектация TXL, мотор 2.7 бензиновый, сборка японская. На данный момент стоит 40 500 долларов США. Так, на дооснащение мы потратили 300 долларов за перешив салона и 450 долларов за подогрев и вентиляцию сидений, и рейлинги 150 долларов. Так, автомобиль у нас будет доставлен на порт Актау, Казахстан. Стоимость доставки 1250 долларов. И растаможка обойдется нашему заказчику около 5 миллионов тенге. Дорогие друзья, наши подписчики, если вас также интересует покупка новых автомобилей с Арабских Эмиратов, пожалуйста, напишите на WhatsApp. Обсудим все детали доставки, растаможки. Если вы хотите, можем дооснастить автомобиль. Доставка у нас по городам Актау, Алматы, Ашхабад, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Новороссийск, Астрахань, Одесса и другие города и страны от 25 дней. А с вами был Акида Авто из Дубая. Заказ новых автомобилей с Арабских Эмиратов. Пожалуйста, подпишитесь на наш Инстаграм, на наш YouTube канал. А я вам желаю всего-всего наилучшего.